Так, я не поняла, что она не встает, а? 6 часов. Джин, ты что здесь делаешь? Я спать хочу. Дай хоть дело положить. Господи, Джин, сейчас только 6 утра. Ладно, мне уже не поспать, пойдем. Ладно, сама пойду. Всем привет, ребята, я Джим. Сегодня покажу свой день. Да. Приготовьте вкусняшки, заварите чаек. Приятного просмотра. У меня очень интересный день, не то что у Ульяны. Где ваш корм? Вы что, весь корм съели? За ночь? Вообще, весь съел я, ну ладно. Ладно, куплю вам, конечно, нового, но что мне вам сейчас давать? Что мне ж на школу собираться? А мясо все кто съел? Я хотела яичницу с беконом. Упс. Вообще-то я его ночью съел. Кто? Ну что вы мне сейчас предлагаете делать? Ладно, позавтракаю другим. Коша, я в унитазе, я хочу быть один дома, ну, одеться, а? Хотя, я думаю, сначала делаю свои самые обычные дела, которые делаю каждое утро. Расчесываю. Школа такая школьная. Можно, я думаю, делать комбинезончик. А лучше, думаешь, Джим будет это или это? Ладно, девочки. Итак, собираем портфельчик. Так, эти книги, пенал, кошелек, телефон. Ну, Джим, иди в школу. Ладно, Джим, пока. Уф, ребята, конечно, она пошла. Ну, вы ж не думаете, что я голодным? Конечно же, нет. Так, у меня здесь есть кое-какой тайничок. Смотрите, ребят, что у меня здесь есть. Не спрашивайте у меня откуда. Уф, ребят, я все. Конечно, она не знает об этом, ну ладно. Ребята, она сегодня не планировала выпускать видео. Я там слышала. Он говорит, сегодня нет времени. Хотя он ничего не время представляет, но она просто не хочет. Но не волнуйтесь, я сегодня видео выложу. Он здесь на Кипре чилит. Да, ребята, она учила отдыхать реальной жизни. И не хочет видео снимать. Но я ничего, я сниму. Ребята, вылетаем из окна. До свидания. Что это было? Ладно. Так, ребят, я хочу себе купить новый телефон. Хотя у меня его нет, но в принципе. Так, какой здесь покруче? О, вот этот. Так, ребят, я еще планшет буду снимать видео. Так, вам денежки. Я улипу твою. Тык. Так, идем. Ой, еще одна рыбка. Так. Ну все, ладно, займ мне пока. Опять через окно, а уже вечер. Хочу убрать эту фотографию. Ну, в принципе, думаю... Ой, теперь мне так нравится. Привет, позвоним по спортам.
Ля-ля-ля. Ух, уже дома. Мне кажется, я не наелся. Ага. Сколько можно купить всего? Ну, побольше, наверное. Здравствуйте. Держите. Ого. Можно много рыбы и разные блюда. Ну, и может кусочек мяса. Хорошо, ваш заказ скоро будет готов. Так, а рыбка с мяском? А, сейчас. Так, как все и просили. Пять штучек рыбки и брикетик мяска один. Держи. О, спасибо, Джим. А ты сейчас что взял? Рыбу. А что, только один брикетик мяска? А ты что хотел? А ты себе опять? Да, ничего не знаю. А я пошел еще кататься на этом колесухе. Ты вот уверен, что это хорошая идея? Абсолютно. О! Так. Я хочу, ребят, немного еще побыть на улице. Ой. Здесь. Ой. Корм я купила. Открываем дверь. Я не поняла. А кто это тут наследил? А кто здесь воду разлил? Ладно, надо пока разложить все. Так, и перейдем на домашнюю какую-нибудь, это что? Так, это Рокки, а это Джимми. Так, а теперь я буду монтировать для вас видео. Джим, принеси мне мой планшет. Не, планшет мне нужен. Я тебя планшет спросила. Ладно. Ладно, я подержу тут в телефоне. Все. Так, Джифи, нужно его уже ложиться мне спать. Так, Джифи, я поднялась. Ой, только заколка. Все, начнем я спать. Завтра сниму видео на канал. Ну, на этом я хочу закончить свое видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.